Сегодня в Ядрине на улицу Молодежная вернулась детская площадка с дополнительными качелями и каруселями. Ее история вызвала резонанс в республике. Ежедневно она обрастала новыми подробностями. Сегодня в этой истории, надеемся, поставлена точка. В сентябре этого года на этом самом месте детскую площадку установил один из предпринимателей. А неделю назад она была демонтирована. По городу сразу поползли слухи, что ее таинственное исчезновение связано с проигрышем бизнесмена на выборах в местное собрание. Оказывается, что на несоблюдение норм безопасности на игровой площадке пожаловалась одна из жительниц. И предприниматель демонтировал ее собственными силами, не предупредив никого. Сегодня на старом месте установили новую детскую площадку. Причем детских игровых форм стало больше, кроме горки. Есть качели и карусель. Детская площадка полностью отвечает всем стандартам безопасности.